Так. Почему Дота? Почему Дота? Даже не знаю. Я в детстве вообще не играл в компьютерные игры. Вплоть до 9 класса. Как были первые ощущения? Ну что ж, я помню, я покупал свитки. Не снимай меня, я. Потом, когда я приехал в Астану, получается, я узнал, что половина нашего класса играет в Доту. Также я слышал, что вы играли в начале Доту только с ботами. Это верно? Да, это достоверный факт. Когда я пришел в Астане, я начал играть с одноклассниками, меня жестко... Обосрали? Да, это именно то, что вы сказали. И, в общем, я пришел домой, скачал ее на свой серый компьютер. Мы сегодня как дети идем на компы. Как взрослые дети. Как взрослые дети. Да. На ночь. Ну, как видите, взрослый, взрослый в чем проявляется? То, что мы идем на ночь. Что? И с чем бдишь? Yes. Бдишь. Мой друг Азамат пригласил меня на компьютерный клуб. И тогда вы первый раз поиграли в Доту? Да, именно так, первый раз я поиграл. Специально для Азамата. Некр против Урсы идеально стоит на линии. Не дышит против Некра. Учись, Аза. Учи. 3800, 3800. А у тебя сколько там? Да хата, да. Вот моя хата, общага. Пожалуйста, проходите. Большинство моих знакомых из моего окружения продолжали играть в Доту как в школе, так и после окончания школы. Ясно. И, в общем, так как я поддерживаю с ним связь, в общем... Вы хотите сказать, что вы остались в Доте только из-за ваших... чтобы поддерживать дружеские отношения с вашим... Частично. Кругом. Однако я не думаю, что если вы бы остались ради этого, вы бы сейчас поднимали ММР ради 4К. Ну вот, насчет ММР другая история.